Что мы, Злата? Капаемся. Скажи, капаемся. Да? Капаемся. Все будет хорошо. Все будет, ребенок, хорошо. Ну что ты, мой золотой? Мордочка грязная, это фосфолюгель. Да, все будет хорошо. Сегодня третья капельница. У ребенка очень сильный кровавый понос, очень сильный, просто страшно. Сейчас третья капельница. Пока еще трудно говорить что-нибудь о его состоянии. Будет более-менее ясно, когда мы сделаем пятую или шестую капельницу. Сейчас это просто пока поддерживающее. Господи, помоги нам. У малыша рвота, поэтому он весь так вымазанный. Но фосфолюгель хорошо останавливает рвоту. Ближе к вечеру вроде бы мы уже рвоту остановили. По крайней мере, у малыша нет пока позывов. Ну что, мой золотой? Мальчик мой, маленький мой, солнышко мое. Сейчас докапаемся. Все будет хорошо, детка. Все, мой маленький, все будет хорошо. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Вот эту штуку с удовольствием вдруг внезапно начал кушать щенок. Я открывала, стояла для котят, а он вдруг потянулся и стал кушать. Он вчера умирал у меня, а сегодня он решил кушать. Господи, помоги мне. Вот эта штука, она очень дорогая. Я не знаю, девочки, кто это дал. Ну дай вам Бог здоровья. Друзья, дорогие люди, просим внимания и помощи. На нас идет атака духов. Мы гибнем. Против нашего приюта началась целенаправленная информационная война. Мы, домашний приют Силич Валентины Анатольевны, лохматая душа, в нем живет около 1000 животных. И сейчас док-хантеры открыли свой сезон охоты. Их цель – стереть с лица земли наш приют. Они снова активизировались. Нас сносят, хотят уничтожить приют. В соцсетях идет травля. Неадекваты в лице зоошизы и зоофилов пишут неправду, гадкие пасквили, жалуются в администрацию, рассылают по инстанциям кляузы, пишут и распространяют вранье о нашей работе и о нашем приюте. Уничтожают наши странички в соцсетях, пытаются уничтожить наш канал и наш сайт. А это наш шанс выжить. Нас уничтожают целенаправленно, и мы просим вашей помощи и совета. Мы погибнем. Почти 1000 бездомных животных, смертники, и выживаем мы сейчас чудом. Запас корма есть, но стройка встала. Помощи все меньше и меньше, а дальше 31 декабря. И выхода мы не видим. Расстрел стаи дротиками с нервно-паралитическим ядом и сожжение в крематории в Торбунском аду. А это окончание всей 16-летней работы и жизни Силич Валентины Анатольевны. Мы не знаем, что делать. Мы не можем спасти тех,
кто сейчас под нашей крышей защиты. Слишком сильная атака. Перекрываются все каналы помощи. Приюту не устоять. Нереально. Странички сносят. Доносы разосланы во все инстанции. Значит, исчезают друзья, и все приходится начинать сначала. Мы не понимаем, за что? Но за что они хотят уничтожить физически, попросту убить 1000 бездомных собак, однажды спасенных простой русской женщиной, военным пенсионером Валентиной? Ведь лично Валентине они не могут навредить. У нее есть муж, дом, машина, хорошая военная пенсия. Она прекрасно выживет, но спасать не сможет. Не сможет достроить новый приют, перевести животных, помочь, как помогала и помогает сейчас. Зачем они это делают? Люди, помогите нам, помогите защитить Валентину, помогите спасти животных от уничтожения, помогите нам достроиться, просим помощи. Люди мира, отзовитесь. Подарите нам немножечко вашей доброты, пожалуйста, люди, пожалуйста. И пусть эта доброта вернется к вам лавиной счастья, здоровья, благополучия. Только помогите нам сейчас, отзовитесь. Хоть понемножечку, хоть по чуть-чуть. Прошу вас, ребята, прошу, умоляю просто. У нас экстренная ситуация. У нас 700 животных необходимо спасти еще. Мы вывезли всего 300. Прошу вас, друзья, помогите. Помогите, потому что у нас просто безысходность, понимаете? Безысходность. Нам нужны бытовки. У нас котята вон в летнем домике закрученные вон утеплителем. Понимаете, нам некуда посадить малышей. Я прошу вас, люди, отзовитесь. Умоляю, отзовитесь, помогите нам. Хоть по 100 рублей. Друзья, прошу вас, кто сколько может, поделитесь. Умоляю вас. Прошу вас, попробуйте быть добрыми. Ну, будьте добрыми. Люди, пожалуйста, отзовитесь. Каждый отзовитесь. Не думайте о том, что кто-то вместо вас пришлет 100 рублей. Пожалуйста, начните с себя. Каждый из вас, умоляю вас, отзовитесь. Пришлите нам хоть по 100 рублей. Пожалуйста, для вас 100 рублей. Для нас жизнь. Еще одна спасенная жизнь. Прошу вас, пожалуйста. Я вас умоляю, пожалуйста, помогите нам. Пипец, почему? Из-за того, что малышей спасли 40 штук. Так, ты знаешь, это же здорово. Да, трудно, да, тяжело. А кто говорил, что будет легко? Ребят, главное, не говорить, что ой, пипец, ой, страшно. Всегда говорите, все будет хорошо. Это мой девиз по жизни. И именно поэтому мы выживаем все 15 лет. Главное, не сдаваться и верить. Я, наверное, ненормальный оптимист, но я верю. У нас все получится, у нас все будет хорошо.
Ну, дашь мне раздеться, переодеться, а? Улеглась. Татошка, Татошка, пойдем копать картошку. Татошка, Татошка, пойдем копать картошку. Тили-тили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам, парам-пам-пам, папарам, 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 папарам. Сюда пошла. Стоп, стоп. Сюда, сюда иди. Ну что ты там покушала, мой хорош? Красавица моя. Ты еще хочешь? Все. Давай я тебя сниму. Сейчас я тебе еще дам. Подожди. Стой. Сейчас. Иди сюда. На. Китти, осторожно. Китти, год назад Китти мы взяли, а теперь принесли новенькую, которая рвет моего мишку. И очень большой интерес вызывает у Китти, да, Китти? Так, трогает как грелку, жаль только что не рычит. Малыш. Ну все, мишке моему пришел конец. Маленький злобный пес. Малышка. Она просто очень маленькая. Котя. Ой, ты злая. Вот так девочка у нас отдыхает. Мама квасит капусту. А эта Мадонна не хочет сидеть в своей люльке. Не хочет на подушечках. А хочет вот здесь мама между ног мешать ей квасить капусту. Ну скажите, ну. Что за жизнь? Пищала, сидела в манеже, пищала, вынесли, пришла и легла между ног. Ну вот что за дело, девка такая, дела не дает делать, коза маленькая, дерезать.